Тополя по улице Ленина заменят липами. На уборку старых деревьев и высадку новых город потратит 320 тысяч гривен. Деньги выделят из городского бюджета. Об этом рассказал начальник предприятия по благоустройству Владимир Жуков. По его словам, работу начали около недели назад. Всего собираются спилить 170 деревьев. В течение октября и ноября на их месте высадят 160 лип. Убирается в день от 8 до 10 деревьев, в зависимости от сложности, от потока транспорта. И я думаю, в течение 2 недель, месяца мы закончим.